нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Что ж, наступил 2020 год, 14 января, можно сказать, с прошлого года я не играл в Ведьмака. Что хочется делать сразу? Смотреть задания. Но основной остров Туманов сразу так и неохота делать. С другой стороны, почему бы и нет, можно пошариться в Кайр Морхене, например. Даже такие старые задания, как Недоносный Призрак, я не делал. Снаряжение школы Лука есть. Пошарить, может Шевелись, плотва.
Но! Скотина! Давай, плотва! Старая сигнальная башня. Еще немного и совсем рассыплется. Здесь стоит осмотреться.
Портал. Не хватает элемента для усиления. Надо здесь осмотреться. Источник питания не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Телепорт открылся, но, похоже, он нестабилен. Один элемент — это слишком мало.
сторожевая башня и бастион остались. Шевелись, плотва. Но! Давай, плотва! Шевелись, плотва! Молодыми ребятами. До испытания травами. Ну, пожалуйста. Кажется, бастион населен дворцом. Связывать с этим местом.
экран так и дрожит, а я ничего не вижу. Может, светильник покажет больше? Ты мечом машешь или цепом? Режущий удар от запястья, не от локтя. Еще раз. Наверное, это его призрак обитает в бастионе. Может, он уйдет, если я похороню его останки? Рок, что-то случилось. Что-то дурное. Спрячьтесь и ждите, пока я не вернусь. Да, я знаю, что вы учились драться. Только вы по-прежнему ни черта не умеете. Полезайте между скалами и молчать в тряпочку. Ни одна резня без них не обходится. Ah!
Ты качаешься из стороны в сторону, как тростник на ветру. Что это такое? Голову ровно! Держи стойку! Быстрей, быстрей! Покажи, что умеешь. Ты прервал тренировку без позволения. Знаешь что? Не останавливайся. То, что у тебя пошла кровь, тебя не извиняет. Снимай бинты и возвращайся к упражнениям. Раной займешься, когда я позволю отложить меч. Похоже, дождь собирается. Ведьмак обычно сражается мечом, серебряным или стальным, но должен уметь использовать любое оружие. Гордыш, Чекар, прощу. Сегодня вы будете тренироваться в стрельбе из лука. Кто промахнется, 50 отжиманий. Кто попадет, только 20. Шевелитесь! Бастиону скитается дух мальчика, который здесь тренировался. Здесь же и погиб. Может, он уйдет, если я похороню его останки? Спи спокойно, малыш.
Давай. Иди, иди сюда.
Ботва не так быстро. Пойти сдать барахло надо. Расколдовать Уму было нелегко. Но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете – это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Надо было в лесу оставаться, в отряде. Там хоть умереть можно. Не крутись тут. Дегенерация. Упадок традиций. Разложение морали. Здравствуй. Здравствуйте. Покажи мне свои товары.
Будь здоров. Говорят, что Тесак хочет убрать ублюдка младшего. Не может. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Здесь стоит осмотреться. Не любишь серебро, да?
Кораблик найден. Можно какое-то другое задание сделать. Но! Эй! Но! Тут река кончается. Я, наверное, уже близко. Старый сильный самец.
Ничего удивительного, что Беренгар с ним не справился. С чертом разобрались. Теперь пора поискать вещи Беренгара. Чертеж. Выковать этот Торхейрн будет нелегко, но попробовать стоит.
можно вот эти два заказывать, мочек выполнить.